У нас сегодня типа день страха, и вечером будет бал, на котором мы покажем типа страшный номер, и сейчас мы его с девочками репетируем. Вот. Слушай, девочки, давайте выходим. У нас сейчас типа мы после полдника, у нас все очень весело и у нас очень прибрано. Просто вот получается короткий, я снимаю всякий бред. Вика сейчас будет репетировать номер на миску. Ой, все, я боюсь. Нет, это прикольно. Серьезно, ребзи. А Вика, тебе не тяжело? Нет, не тяжело, это легко на самом деле. Опусти ее потом, я тоже. Прикольно. Попробую тоже. Ой, классно. Да, добаловались. Когда сон час? Там сетка еще есть? Да. Здесь было видно. Нам вожатые придумывали квест, и мы нашли, так для каждого были такие маленькие упаковки Скитлса, и мы сейчас сидим довольные. Сейчас с девчонками просто беспалевно гуляем по всему лагерю, когда все наши на фильме. Нет. У нас тепло, мне жарко в кофте. Вообще было пасмурно, но сейчас выглянуло солнце и стало тепло. В лагере осталось 4 дня, и это грустно. Сейчас как бы, да, якобы вертушка насчет салонов, там салон страха, массажа, расчесок, причесок. И нам это все надоело, и мы хотим свалить в корпус. Надеемся, что нас никто не запалит. А если ты сейчас реально выбьешь? Блин, будет угар. Если это будет мой тапок. Ой, ой, все. Надо попрощаться с ними. У нас, короче, типа королевская ночь. Ну, не типа, а реально. Да, мы сдвинули кровать, и все прикольно. У нас уже 2 часа ночи. Мы запаслись тостами из столовой. Да не видим. Пофигу, я говорю, значит, я тут есть. Я хлебки нашла. Блин, это... Доставай. Вот мне набрали. Это тосты из столовой. А? Здесь... Кому надо? Капец. Да. Они холодные, но пофиг. В общем, да, настало это время. Мы уже все собрали сумки и уже все, выходим из нашего корпуса и будем садиться в автобусы. Вообще, сейчас как и весело, но скоро буду реветь. В общем, мы уже вот-вот уедем. Мы уже получили все там фотографии, документы, футболки, чемоданы.